вирус гриппа и кишечная палочка – это бактерия. И воробей, волк и майский жук – это животное. Биология – один из 8 предметов, изучаемых в лагере для высокомотивированных детей. В этом году в весенних образовательных сборах на базе лицея номер 230 принимают участие 100 школьников. Как всегда, у нас сбор направлен на подготовку к олимпиадам. Для 5-6 олимпиады у нас пройдут в начале апреля. И плюс, конечно, просто развитие интеллектуальное детей, знакомство пропедевтика с предметами, которых у них еще нет, и интересные каникулы. На протяжении недели учащиеся 4-6 классов будут углубленно изучать школьные предметы. Какие, дети выберут сами. Ребята уже ознакомились со всем перечнем занятий, побывав на уроках математики, физики, истории, географии, биологии, русского, английского и французского языков. 3 понравившиеся дисциплины участники сборов будут посещать ежедневно. Здесь интересно, здесь дополнительный материал, который пригодится потом в школе. Мне нравятся предметы, которых нет сейчас в школе. Это физика и химия. Мне очень нравится английский язык. Он мне очень близко к сердцу, этот предмет. И я уже участвовала в научной практической конференции по английскому. Во время сборов ребят ждет не только насыщенная образовательная программа, но и занятия оригами, экскурсии в Центр молодежного инновационного творчества «Профориентир», естественный научный парк «Фикс-Лаб» и центральную заводскую лабораторию. Итоги сборов для высокомотивированных детей будут подведены 31 марта. На закрытии лагерной смены ребята представят макеты сайта клуба юных интеллектуалов Заречного, над которыми будут работать на занятиях по информатике. Лучший макет будет использован для создания рабочей интернет-площадки. Анна Литвинова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».